Всем привет! Это проект «Другая кухня» и с вами я, Валерия. Друзья мои, сегодня мы готовим вкуснейшую холодную закуску из баклажан. Будет невероятно сочно, ароматно и остренько. Рекомендую. Посмотрим. Вот такой абсолютно летний набор нам понадобится. 5 баклажанов, 3 помидора, 2 перца, острый перец будем добавлять по вкусу, целая головка чеснока, у меня чеснок молодой, поэтому он всякий разный там, 2-3 столовые ложки растительного масла, чайная ложка сахара, соль и приправа по вкусу. Я взяла приправу морковь по-корейски, 1 чайную ложку. Баклажаны чистим, режем вдоль и потом еще пополам. Вот такие у нас кусочки получаются. Сейчас начнем творить-вытворять. Берем, ну давайте этот сначала. Берем вот так вот палочки китайские. Они нам нужны как ограничитель для того, чтобы мы не дорезали баклажан до конца. И вот таким вот образом нарезаем сначала в одну сторону полосочки. Что же он у меня убегает? Видите, я не дорезаю до конца. А теперь поперек. Вот такие ромбики получаются. Сейчас покажу. В воду добавляем хорошую столовую ложку соли, можно даже чуть больше. Размешиваем и отправляем наши баклажаны, нарезанные ломтиками. Пусть полежат, лишняя влага из них удалится, и так они сохранят форму. Сверху лучше даже какой-нибудь груз в виде тарелочки положить и оставить минут на 20-30. Готовить баклажаны мы будем в соусе а-ля аджика. Я взяла комбайн, можете взять блендер. И сюда порезала перцы, чеснок, помидоры и кусочек острого перца. Остроту регулируйте сами. Все измельчаем. Баклажаны очень аккуратно отжимаем, чтобы не повредить структуру. И отправляем в кастрюлю. Заливаем все нашим соусом. Добавляем сюда растительное масло, сахар и специи. Ставим на огонь, доводим до кипения и кипятим 20 минут на медленном огне. Через 20 минут нам останется только посолить по вкусу. Прокипятить еще пару минут, попробовать, отрегулировать сладость и соль. Если нужно, чуть-чуть сахара добавьте. Если нужно, соли, а может быть и остроты. И все, перекладываем в стеклянную посуду. Отправляем в холодильник настаиваться до завтра. Ну вот, друзья мои, баклажаны не только простояли ночь и настоялись, но даже уже исчезли частично. Сразу вам могу сказать, это нереально вкусно. Будете подавать вот так гостям, можете смело шутить по поводу какого-то деликатеса. Никто не догадается, откуда, из чего, вернее, приготовлено. Говорите, что это какой-то очень редкий африканский овощ. Я думаю, вполне поверят. Баклажаны получились невероятно вкусные, нежные, сочные, с остринкой. Ой, вот этот вот соус аджичный, это что-то. Ну, вы меня слышите, да? Сейчас я сделаю вид, что пробую. И да, попробовав 101 раз, могу точно сказать, вкусно нереально. Все, друзья мои, подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего вкусного. И готовьте с нами. Это невероятно интересно и вкусно.